В ЗАГСе собрались пары, чьи чувства прошли проверку временем. История любви Татьяны и Алексея Машковых началась на рабочем месте. Юноша пришел на предприятие после армии, а девушка после учебы в техникуме. Это было на работе в колхозе Владимира Ильича. Он водителем работал, а я работала на тепличном комбинате. И вот он увидел, потом он мне рассказал, что он меня увидел и сразу влюбился. Но я его сразу не заметила. Встретились на работе, понравилась девушка. Впоследствии встретил ее на улице, познакомились. Ну, а дальше все как у всех. Не зря 50-летний юбилей бракосочетания называют золотой свадьбой. В долгом браке супруги обретают качество этого благородного металла – мягкость. Они становятся уступчивее и терпеливее друг к другу. Юбиляры поделились секретом своего крепкого союза. Чуть-чуть это подуемся, а потом опять нормально. Он всегда подходил первый. Если мы когда-то ссорились, он всегда подходил первый. Ну, я, конечно, все прощала. Для юбиляров подготовили праздничный концерт. Поздравить их пришел начальник территориального управления администрации муниципалитета Михаил Рассказов. Каждой семье он вручил памятные подарки. Вы сохранили самые главные ценности, которые всегда незыблемы. Вы сохранили любовь, семью и верность. Быть вместе долгие годы – это большой труд, а также осознание ценности своих отношений. Ответственность, порядочность. И он, в общем-то, всегда дорожил семьей. Ну, он очень добрый. Он всегда меня очень оберегает, жалеет. Золотым юбилярам вручили свидетельство о том, что прожили они в любви и согласии 50 лет. Пары поставили подписи в памятной книге, закрепив свою любовь. Инга Янчук, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.